Будьте патриотами! С праздником, Красногорск! Что ж, ну а сейчас, друзья, момент серьезности. Я приглашаю сюда выступить перед вами почетного гражданина Красногорского района, генерал-майор, председатель комитета по обороне 2-й Государственной Думы Роман Семенович Попкович. Ваши аплодисменты, друзья! Добрый день, дорогие земляки! Я очень надеюсь, что этот добрый день будет и во все последующие наши годы и столетия. А сегодня я хотел бы в первую очередь поздравить вас с большим праздником, нынешним Днем Защитника Отечества и, как всегда говорили раньше, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Потому что именно оттуда идут корни наших боевых вооруженных сил. И с каждым днем, с каждым годом они становятся все крепче и крепче. И вы знаете, вот вы сейчас увидите тех замечательных детей, которые в будущем, я очень надеюсь, станут на защиту нашей великой Родины. И именно физическая закалка, именно здоровье будет залогом их дальнейших успехов и в труде, и в учебе, и в службе вооруженных силах. Поэтому с огромным удовольствием я даю старт акции «Быть здоровым – это модно». Давайте.